Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина Уортс, и я хочу предложить вашему вниманию сегодня небольшое бонусное видео. В этом видео рассказывается, как написать основные элементы вот этой прекрасной картины. Я назвала эту картину «Дыхание весны», потому что на ней изображены очень ранние весенние цветочки. Здесь изображены в основном это гиацинты, которые находятся в середине этой картины. Вся картина сделана в очень красивых оттенках розового, сиреневого, даже немножко здесь есть красного добавлено. То есть очень такая приятная, воздушная картина. И опять-таки, если вы посмотрите мое бонусное видео, то поймете, как написаны были цветы, гиацинты, как мы написали здесь цветы вереска. Это вот такие наши розовые, розовато-красноватые цветочки, которые очень такие здесь красивые, пушистые, как бы у нас растворяются в дымке картины. А также вы узнаете, как написать вот такой красивый глиняный горшочек с небольшой позолотой здесь, которая также нарисована. И поняв, как писать эти элементы, возможно, вы либо закончите эту картину, напишите ее, либо используете эти элементы для того, чтобы написать что-то свое, какую-то свою картину с этими цветами или, может быть, с другими цветами, но вот с таким красивым горшочком, или какие-то взять другие элементы этой картины и сделать что-то свое. Итак, я надеюсь, что вы с удовольствием посмотрите это бонусное видео, наберетесь каких-то новых для вас техник. Дайте мне, пожалуйста, знать, как оно вам понравилось. Пишите мне сообщения. Я есть в ВКонтакте, я есть в Фейсбуке, я есть в Одноклассниках. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, друзья, и будем общаться. Спасибо большое, друзья. До свидания.